Итак, доброе утро. Значит, мы заканчиваем показ про эту батарейку. Вечная батарейка, значит, сегодня 23 февраля, начали 22 января. Вот прошел месяц, видите, диод светится по-прежнему. Диод по-прежнему светится. То есть батарейка, в принципе, особо не дает силы, но для мелких фонариков, для зарядки телефона вполне пойдет. То есть она не садится. Месяц прошел, он так как светился, вот так и светится. Сейчас замерим, какое напряжение дает батарейка с подключенным диодом. Посмотрим. Так, значит, напряжение, как видите, 1,78, 1,79 вольта, 1,78, 1,79 вольта, а прошел месяц, то есть она не садится вообще. 1,79 вольта. Ну и вот она светит. Светит, как видите. По-прежнему светит диод. То есть это показывает, что такие батарейки, вот такой типа старт, кальцием, то есть залит кальций в них, необслуживаемые, они могут, как говорится, вечно, ну не показывать, конечно, свои 12 вольт, а показывать 1,5-2 вольта. И это 1,5-2 вольта, оно не садится. То есть используют для мелких нужд. Для лампочек вот таких. Вот она светится. Для зарядки телефонов и так далее. Вот. То есть батарейка старт является вечной, но не на полную мощность, для слабых токов. На этом сегодня заканчиваю. До свидания. До новых встреч в эфире, дорогие граждане.